Назгаизы. Федор, защитник команды Северо-Кавказского федерального университета. Федор Григорьевич, с победой, как и вчера в вечернем Федоре, вы сказали, что будет 3 очка. Поделитесь эмоциями и чуть-чуть по плану, по нашей операции. Спасибо. Ну, как бы это все вчера шуточки были. Сыграли здорово сегодня. Спасибо ребятам. Я думаю, неплохо выступили, выиграли, 3 очка заработали. Это самое главное. Вы получили 4 карточки, вы активный у нас такой защитник. Как ты будешь завтра вот с бровочки-то наблюдать за игрой? Буду нервничать на бровке, поддерживать товарищей по команде. Все, спасибо большое. Спасибо.